Хай, с вами Лего Хелл. Давно не виделись. Как вы слышите по моему голосу, я заболел. И с днем святого вас Валентина. Погнали с яжемамками. Да, есть история, где там яжемамки. Убивали чужих животных. И, конечно же, дети даже убивались. Даже младенцы падали с 9-х этажов. Прикиньте. Я же матерей этой женщины, которые родили типа в 16 или 17, или хотя бы в 14. Это типа тупые женщины. Да, вы хотите сказать мне, Славик, ну как можно говорить про мам? Добрые мамы – хорошие. Злые – это я же мама. Я же батери – это быдло тоже. Ссылочки в описании. Пилки есть теми микродозами вирусов, которые позволяют безопасно выработать иммунитет, это ей не понять. Вы даже можете чуть-чуть посмотреть это видео, но вот, смотрите-ка. Душевно больная женщина, которая наливает ребенка, который должен закаляться на морозе, в грудной ребенок. Это уже тупо. Вот пишите в комментариях, хотите увидеть видео, где там я. Вот есть здесь история, где-то мама душила ребенка на сонную артерию. Короче, на шею. Придушить до снова. А вот гляньте-ка на это. Ребенок сыт по каким-то военкоматом, я не знаю. Еще, вы знаете, есть Диана Шурыгина. Вот есть еще вот это, где там спиногрыз пытается сломать ногу. Но он наливается. Сами спиногрызы вообще офигели. Что, сюрприз? Они орут всю глотку. Бля-бля-бля. Вот сами будете узнавать истории. Даже есть история, где там даже мать некоторых животных убивали. А это мама Дианы Шурыгиной. Кто-то хочет ее пристрелить? Я хочу, потому что несчастный пацан из-за нее сел. А это быдло застолье. Ну, посмотрите-ка внимательно, что там? Под одеялами ребенок. Мне хочется плакать чисто, потому что быдло. А вот здесь мама пичкает ребенка таблетками. Таблетками, Карл, которые ему нельзя принимать. А муж о ней заботится о скорой помере. Вот хотите, вот прочитайте. Можно дико бомбить насчет я же матерей. Они еще очень хотят все. Все. Даже там переписки есть, где-то мать хочет все. От квартиры, от умного. Вот, смотрите-ка. Здесь хотя бы умный негр. Ну, хотя бы чуть-чуть подумать. А ребенка нужно успокаивать. Вот, посмотрите-ка. Ребенка нужно успокаивать и знать, что он имеет сочувствие. Если не учить этому, он превратится в зверя и тебе... Хана, мужик, хана. И он превратится в яжебатю, который станет... Вот вам радио успокоилось. Вот вам мемасики, что вы можете установить на ролике и прочитать. Или ВК их найти. Это Кокс? Это у нас, конечно, здесь переписки. Можете сами найти этот ролик. Вот, смотрите-ка. Огромная переписка. Которая мама... является, внимание, владетелем родительского комитета школы и ворует деньги, которые должны дариться учителям. Наглая женщина. Даже есть видео, где там мама начинает воровать деньги или хотя бы какую-то еду. У них огромные карманы. Вот, Чики Чан со мной согласен. Вот там еще Баркуся лежит. Ладно, удачи вам. Баркуся! Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Он не хочет вообще. А раньше он подходил так незаметно, как не знаю кто. И я сейчас заболел просто. Хочется просто тупо прожаться. Но лайк поставь под этим роликом. Ну смотри-ка, мужик это сделал. Ладно, удачи вам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите всякую фигню, которую делаете вы меня популярным. А приятные комментарии нет. Нет. Я заболел просто. С 14 баллов февраля и с днем любви. Еще есть я же батери, я же бабушки, я же дедушки. Вы можете все это найти. Всем удачи, всем пока.